Президентский фонд культурных инициатив или фонд Путина, как еще называют эту организацию, раздал 1,6 миллиарда рублей патриотам, точнее на патриотические инициативы. Деньги были выделены и уже, между прочим, осваиваются. Что за инициативы такие, спросите вы, рассказываю. Только держитесь за что-нибудь покрепче. А это песенный конкурс Газманова, например, а еще клипы про военкоров, плюс патриотические комиксы, а также сериал про диверсантов. На Запорожской АЭС рабочее название «Мирный атом» 1,6 миллиарда. Все это будет стоить для тех, кто не расслышал с первого раза. Чего? Того. Сейчас остановимся на этом подробнее. Это реальная журналистика. Где наша не пропадала? Наша пропадала везде. Тема сегодняшнего выпуска. Поехали! Так о чем мы? Ах, почти о 2 миллиардах распиленных. Ну давайте посмотрим, на что конкретно эти деньги тратить собираются. Итак, жемчужиной коллекции, безусловно, можно назвать тот самый сериал про Запорожскую АЭС. Это наиболее дорогой лот, почти 50 миллионов на него ухнут. Суть. Молодой инженер-атомщик едет в Запорожье восстанавливать электростанцию, но сталкивается с коварством врагов-диверсантов, обстрелами территории, бла-бла-бла, в общем, нечто фееричное должно получиться. Показывать данное кино собираются детям в школах, короче, с коммерческой точки зрения денег создателям данный шедевр, скорее всего, не принесет, то есть... Банкет, как обычно, за счет налогоплательщиков и богатых российских пенсионеров, а то... Значит, острая тема и Впрочем, ничего нового. Еще один крупный грант получила молодая жена пропагандиста Первого канала Руслана Осташко Татьяна. От президентского фонда ей перепало аж 23 миллиона рублей. Эти деньги якобы пойдут на создание какого-то непонятного музыкального продюсерского центра «Наши». Концепция проекта, к слову, тоже достаточно туманна. Ребятишки планируют искать таланты, способные, прям цитирую сейчас, через свое творчество усиливать культурное влияние русского мира. Где усиливать? На кого влиять? Хрен его знает дальше. Почти 38 лямов отвалили фигуристу Авербуху на ледовый спектакль «Щелкунчик». Какое отношение «Щелкунчик» имеет ко всей этой патриотической истории, никто не догоняет в принципе, но получит Авербух свои 38. В третий раз кряду деньжат подбросили и певцу Газманову, ныне 17 миллионов. Он получит данные средства, дедушка обещал потратить на детский песенный конкурс «Родники». Год он с этим конкурсом носился и вот выклинчил себе копеечку. Мой проект, он называется «Родники». 4 ноября будет презентация, в общем-то, в мире проекта. Там, собственно, попытка найти людей, которые умеют писать контент. Великолепный план, Уолтер. Просто охуенно, если я правильно понял. Надежный, блядь, как швейцарские часы. То есть вы поняли, да? Людей, которые будут писать контент. Фу, слово-то какое омерзительное. Контент. Для тех, кто не в теме, вот Даня Милохин, он тоже контент пишет и создает, ничего общего, впрочем. С искусством он и не имеет это, во-первых. Во-вторых, как Газманов сказал-то в этом интервью, это будет попытка найти таких людей. Попытка найти людей, которые умеют писать. Не, ну а чего? Нормально, за 17 миллионов Газманов попытается найти таланты. За 17 миллионов. С другой стороны, попытка ж не пытка, не получится, ну и фиг с ним, как гласит одна известная поговорка. Главное ведь не победа, главное участие, ну да. Особенно, когда на кону целая куча денег, браво танцующим. Кому вы парите мозги? Excuse me, Абас. Козюльский! Хотя вот вы знаете, если без Стёба, мне почему-то кажется, что все выделенные бабки, вот эти вот 1,6 миллиарда, растащат по сусекам, ни копейки в дело пущено не будет, да и кто там человеком дело-то является. Вот это вот Татьяна, что ли, жена пропагандиста Осташко, что вообще о ней известно, давайте разберемся. Из женских журналов, простите, информацию черпал. Итак, 25 лет, модель с накачанными губами.
Год назад родила ребенка, стало быть, в данный момент находится в декрете. До этого 9 месяцев ходила беременной. Итого в сухом остатке. Чу, так мадама не работала толком в своей жизни-то. Не успела еще, ну так получается. Весь имеющийся трудовой стаж 5-й точкой. Пару-тройку лет на подиуме покрутила и гуляй, Вася, вот поди ж ты. 23 миллиона девочки на голову свалилось из президентского фонда. За какие такие заслуги хочется поинтересоваться? А что моей, кстати, не дали? Она тоже в декрете сидит, поет, кстати, в душе неплохо. За 23 ляма могу вообще с ней договориться, чтобы шамана напевала. А ты, сделай. А что я сделаю? Про сериал этот тоже не особо верю, что ребята что-то приличное снимут, тем более они на берегу заявили, кино не для массового зрителя, а для закрытых показов. Ну, то есть по-любому шедевра ждать не приходится. Тяп-ляп, скорее всего, как всегда на выходе увидим. Да и со всем остальным, думаю, будет то же самое. Бабло попилят, пыли в глаза начальству напускают. Мы, мол, тут патриотическим воспитанием молодежи занимаемся. И привет, в первый раз, что ли? Вот и весь патриотизм. У них он только такой, потому что не согласны. Ну тогда напишите в комментариях свое видение ситуации. К одному из предыдущих руководителей молодежного центра были претензии. И в частности, это была претензия, почему молодежный центр не занимается сам организацией мероприятия, а выступает финансовым распорядителем. Кассовое исполнение, сколько там, 69 миллионов рублей. А вы знаете, сколько пошло на сами мероприятия для детей? 4 миллиона рублей. Все остальное сжирает наш прекрасный молодежный центр. Гениально! А вот, кстати, и пруфы подъехали, косвенные, но все-таки на кадрах, которые вы только что видели. Депутат из Нижневартовска Николай Молоков задает неудобные вопросы по поводу тамошнего молодежного центра. Сами все слышали. 69 миллионов рублей. В общей сложности центр получил из бюджета за 8 месяцев текущего года. Из этих денег только 4 миллиона были потрачены по назначению на детей непосредственно, то есть менее 10%, остальные тупо ушли на содержание, ремонт здания, на оплату коммуналки, на зарплату сотрудникам, еще на какую-то фигню, мишуру. Повторюсь, для тех, кто на бронепоезде 70 лямов дали, ну почти 70, до детей дошло только 4, 65 сожрала бюрократия. А попросту, ну, бабки, скорее всего, были либо украдены, либо, что еще хуже, профуканы. Годовая смета всей этой программы 135 миллионов. У нас с вами дефицит бюджета, это будет следующий вопрос, больше 1 миллиарда рублей. Вы смеетесь вообще, что ли? Мы для чего содержим эту огромную машину, которая по факту, что я вижу из вашего отчета, является просто финансовым распорядителем? Сказать, что я возмущен, это ничего не сказать. Я в ахуе. Зато в отчетах все красиво, на Медне в Москве. Глава Росмолодежи, есть у нас и такая организация. Сказки депутатам рассказывал о том, как она хорошо делает свою работу, о том, что на воспитание патриотизма ей в этом году выделили 40 миллиардов, и деньги не пропали даром. Вот сейчас держитесь за что-нибудь еще крепче, потому что со слов этой бабищи, благодаря ей и ее коллегам, теперь уже 91% молодых россиян являются патриотично настроенными, идеологически правильно ориентированными. Всего за год эта цифра увеличилась вдвое. Было 46%, сейчас 91%. О, какая молодец! И недаром свой хлеб жует. Какая инфраструктура – это место сосредоточения проактивной, патриотически настроенной молодежи. И мы видим плоды нашей комплексной работы. Отмечу, что за 2 года доля молодежи, испытывающей гордость за нашу страну, за ее историю и культуру, увеличилась вдвое и сегодня составляет 91% против 46% в 2020 году. В такие вещи надо просто верить. Ну а теперь давайте честно. Все же понимают, что эти россказни не более чем пустые слова. И направлены они на одного единственного слушателя, который без того проживает в параллельной реальности на деле. Да ни хренища такие организации, как Роскоммолодежь, не делают. Бумажки только пишут. А молодежь как была сама себе предоставлена, так на нее всем и плевать. 40 миллиардов выделили, а где эти деньги? Можно спросить, их можно увидеть, руками пощупать. Нет, я не про купюры сейчас говорю, но возможно какие-то спортивные площадки дополнительные во дворах появились, нет?
Может быть, какие-то ребята из малообеспеченных семей в летние лагеря за счет тех денег съездили, что тоже нет? Тогда где все? Да ничего и нигде, просто сегодня патриотическое воспитание очень модная тема, на которую бабло мешками выделяется, а значит, там можно хорошо погреть руки. Только молодежь не идет, они же все видят и все понимают. Пожалуйста, послушайте представителей этой самой молодежи из числа настоящих граждан, а не выдуманных для великого кормчего. 91% у нас патриотов. Ну-ну. Собственно, вот близки ли тебе какие-то вот либеральные идеи? Ничего не близко, я об этом сейчас вообще не думаю. Единственное слово, которое существует у меня в голове за последние 2 года, и не только 2 года, за последние лет, наверное, 10, это пи***ц. Ну вот Путин красавчик. Мне он не нравится. Путин не красавчик, не нравятся его методы ведения внешней политики, внутренней также. Хотелось бы больше упора вот на какую-то внутреннюю политику, внутреннюю экономику, чтобы развивали. Скорее не упор, а смена парадигмы введения этой внутренней политики. Во-первых, я считаю, что он засиделся лет так 16 лишнее. Вот. Ну, то есть как бы несменяемость власти в любом случае это ужасно. Ну и как бы вот, в принципе, все жизнь идет, вся его... никудышная и внутренняя и внешняя политика, она оттуда, из-за несменяемости власти, я считаю. Вот. То есть из-за отсутствия конкуренции и выборов, всего такого, все это привело нашу страну к тому, чему привело. Ну, к всему плохому, что сейчас творится в стране и на границах. Я отношусь отрицательно. На самом деле в наше время довольно, не знаю, наверное, страшно говорить о том, почему нам не нравится наш правитель. Вот. Но мне не нравится из-за того, что он полностью взял и аккумулировал на себе всю полноту власти. То есть он человек, который просто взял и уничтожил последние остатки демократии, он уничтожил оппозицию, кроме той, которая, ну, существует у нас сейчас, ну, которая в Госдуме представляет разные оппозиционные партии, которые типа оппозиционные, но на деле продолжают отнимать голоса избирателей, говоря о том, что они на самом деле их волеизъявители. Друзья, вы сами все слышали. Вот оно мнение молодых людей. Стариканам из ЦК их все равно не переделать. Они, конечно, могут врать сколько угодно в Госдуме, в телевизоре, на проплаченных митингах, но эти ребята на такие митинги не ходят. И телевизор тоже не смотрят. По-своему даже сужу, вот я ему телек повесил в комнату перед 1 сентября, даже с Wi-Fi, знаете, сколько раз. Он тот телевизор включал 0. Для них телевидение – это вчерашний день с точки зрения получения информации, тем более средний возраст нынешнего телезрителя 40 лет, и он постоянно увеличивается. Но стариканам этого, повторюсь, не понять. Они как застряли в 90-х, так там и живут. Ладно, все. Переваривайте, это была реальная журналистика сегодня. Вот так. Подписывайтесь на канал, лайки, репосты приветствуются, оно помогает продвижению видео. В соцсетях тоже жду, в друзья добавляйтесь, темы предлагайте, поднимем, обсудим, а я за сим спешу откланяться, пока. Пока!